А после матча интервью с вратарем сборной СГУ Алексеем Клюкиным. С победой вас! Спасибо. Как вы оцените выступление своей команды сегодня? Мы сегодня всю установку тренерскую, наверное, выполнили на игру. Что не хватало в прошлой игре, это реализация моментов. В этой игре мы все, что могли, все забили. Конечно, моментов много было, могли еще больше забить, но не так хорошо, что забили свои. Ожидали победы сегодня или как перед началом матча? Потому что... конечно, настраиваемся на победу в каждом матче. По-другому нельзя. Но знали, что соперник хороший, потому что уже на протяжении 3 лет с ними играем. Команда Кусачи. В том году и с ними в Крыму играли. Здесь вот сейчас нелегко пришлось. А были ли критические моменты по ходу матча? Потому что все-таки во втором тайме соперник перехватил инициативу на какое-то время. Мог забить голы? Не инициативу перехватил. Наверное, просто игра раскрылась уже под конец. Более крупный счет стал. И уже такая, пошли качели туда-сюда, атаки. Поэтому таких критических особо моментов не было.